Точно. А на стриме надо будет попробовать. Ну, если у тебя потянет, то я тебе даже ставлю аккаунт даже. Ну, попозже давай, короче. Об Хорошо. этом поговорим. Так, я вроде запустил Сейчас стрима. протестим. Сейчас посмотрим. Так, сейчас лишнее только Да, все наберу. работает. Ух ты, так быстро уже запустилось. Угу. Нет рассинхрона, ничего такого нет. Ну, морда моя говорит, вернее, двигается со звуком в тему, да? Меня слышно? Да, слышно, слышно. Так, ответь на вопрос. А какой вопрос был? Значит, не слышно. Не, я просто это все профукал, я другое сейчас смотрел. Я понял. Рассинхрона нет? Нету. Все, отличник. Все, начинаем тогда. Тогда сейчас послушать, все нормально слышно? Да, все нормально. Надо вспомнить, что тут надо делать. Вернее, что делать, я понимаю, спамить. Чем именно спамить? За эту расу легко играть. Да я думаю, за все расы легко играть, но тут же у всех есть стороны. Муля, ты же иногда будешь хоть что-то говорить? Ну, типа там микрофон включать на секунду, говорить, да, я тут, я еще жив. Нет, Вивен, в Тхо нет обновы, просто мне предложили в него поиграть. У меня ж типа рубрика, мол, теперь новая на канале. С подписчиками играю во что угодно, кроме Total War. Так, тогда я тебе предложу. Я тогда тебе могу предложить Total War Властелин колец с модом. Нет, я имею в виду любой Total War. Ну, это будет даже не прикольно. У меня не будет бомбить. Мне будет просто очень скучно. Ну да, я тоже как-то раз пытался даже Властелин колец поиграть в Total War. Блин, мне не понравилось. Просто скука. В ХС ПВП или засал? Нет, я могу. Он вроде даже был на компе, но... Ты же понимаешь, Вивен, что я вообще никакого сопротивления не смогу оказать тебе. Кстати, я бы тебе тоже бы предложил сыграть. Что бы предложил? Тоже предложил бы сыграть в ХС. Поскольку я нуб и ты нуб. А, ну окей. Купил змея-убийцу Уля и князя тьмы на Вуконга. Что купил? А, змея-убийцу Уля! Я не знаю такого скина. Ну окей. Ну блин. Тут князь тьмы на Вуконга хорош. Но там проблема в том, что не видно анимации, в кого он превращается. То есть нет быка, тигра и птицы, а есть просто там руки сложил так, руки сяк сложил, еще что-то. То есть сам скин мне нравится, но из-за того, что не видно этой анимации, это лично мне мешает играть. Вот. А вот Науля, блядь, я бы не покупал Науля ни хера. Он просто уебищный на вид, этот персонаж. Купил бы, не знаю, купил бы лучше какой-нибудь Alien скин на Медузу, к примеру. Или. Ну не знаю что. Ну, что-то другое. Ах ты ж срань. На тебе вышку. Сосай масай. Ёб твою мать. А Чё я это вот... без вышек? С вышками, с вышками. Здесь баланс. Наверное. А не имба, которую хуй снести. Ну ладно, окей. Мразота, не будет вышек. Тут за гоблинов очень... А, нет, это в 1.3.7.1. Да, правильно. 1.3.7.1. Как мне Можно было... снести это говно? Ну, как нужно. Берешь говно и сносишь говно. Нет, тут он между зданий забежал. Мои не пролезают. Так строй те, кто метает говно. Сейчас попробую. Кстати, построй вторую палатку. Ну, здание, где орков строится. Так, у меня два, я уже третий строю. Не, другое. А это вроде как минус Моргова.
Или черных орков. А, я понял тебя. Угу. Я просто давно не играл. Да блять, прибежал нейтральный. Так нечестно! Прибежал нейтральный варк и снес моих орков. Вот же ж кусок говна. И этот мудак тоже строит эти заставы с варгами, которые хуй снесешь. Эй, окей. Эй, я не сдавался. Блин, я забыл ключ сменить. Ох. Ты не подумай, я не сдавался. Стыдно, сейчас я сделаю. Блин, 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 блин. Ну ты изичка, просто изи. Так, молчать, Лемпенштольц. Я не изичка. Ну что ж поделаешь-то, забыл. Я бы тоже сыграл, но у меня нету. Ой, да оправдывается, не надо мне тут оправдываться. А ты просто на слился, вот и все. Нет, ты посмотри на стриме. На стриме посмотри. Давай. Да пофиг мне на этот стрим, он оправдывается просто, он боится то, что он слился. А, отмазываешься? А ну-ка зашел быстренько. Я зашел, смотрю, что дальше. У него он все делитнул, что дальше. А ты мне клавиши, если можешь делитнуть. Пиздишь, да, пиздишь, да. Ничего не делитнуть. Все постройки. Ха. Просто отговариваются. Это нереально за пару секунд. Вот и все, ты меня просто на пососе, вот ты его поддерживаешь. Я его поддержу в любом случае. Так, да, поехали. Вроде сменил. Не, ну тогда, смотри. Тогда уговор. Если без вышек, то и без застав с варгами. А то это пидорастия. Я не услышал, окей? Муля? Или напиши, там, я не знаю, если ты не можешь. Пошел нахуй. Какой пошел нахуй? Будешь строить заставы, я буду строить вышки. Я тебя вышками, сука, застрою. Я стену из вышек сделаю. Вокруг твоей крепости. Привет, Лара. Ебать. Вискас от тебя. Надо, пожалуйста. Кто тебе эта утка не даст, которая мне навота? Это не утка, это страус. Причем психованный. Ты видишь этого страуса? Ну это ж пиздец. Прикинь, вот ты едешь, и к тебе заглядывает в машину вот такое вот говно. Ага, и ты его еще должен покормить. Если не покормишь, он тебя сожрет. Да, кстати. Поехали. Только вот там телефон пищит. Это не телефон, это байкеры эти сраные снова проехали. Привет, Влад, у меня не бомбит, это мы так, прикалываемся просто. Угораем. 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 Кстати, я не хочу играть за этих педиков. Ну вот реально, мне не нравятся эти деревья. Ну, хочешь, не хочешь, играй. 150 миллионов одинаковых лучников. Зато сильный, который взъебут все. Сам пидор, муля. Да, у меня эльф. Эльф. Эльфы. А я вот не помню, тут ты Галадрим так же сильный. Да какая и разница, это... тут все лучники, просто строить лучников надо, я уверен. Сейчас мы начнем строить. Не, дело в том, что в 1.3.7.1 там были вроде сильные галадримы. Знаешь, такие желтые одеяния. Угу. Так они были мощные. Дим, тебе уже много людей написало, чтобы поиграть в разные игры. Ну, человек 5 уже написало. По очереди будем. Вот сегодня ТХО, затем будет КС-очка. А уже завтра другие игры, которые... Что? Ты ее скачал? Да, я уже попробовал, все работает. Ты хоть потренируйся, тебе тоже нужно было бы. Ой, чувак, я не играл в нее лет 8. Какой смысл тренироваться? Я тебя просру. Если ты в нее играешь, конечно. Не, конечно, не играю, но перешел на CSGO. Я мог бы... А, стоп, а тут разные еще. Я мог бы потягаться еще в Source. То есть я раньше лет... 3, может, 4, может, года назад я еще в нее затрачивал, то есть, возможно... Ну да, лет... Года 3 или 4, окей, года. Ёбаный муля. Короче, может, скилл бы и вернулся, но вот в CS 1.6 хз.
Понятно. Сам ты рак. Вообще все Либенштольцы раки. Лимпенштольцы, а не Лимпель. Ты даже свою фамилию правильно не можешь сказать. Вот лошара. Я бы тебе предложил не строить эти деревья, а казарму обычно. Какая разница, что там... Ты видишь, а там... сколько в этой казарме говна всякого? Не, в этой казарме говно. В той казарме элитка. Ладно. Давай, нет, там так. Вроде в той казарме лучников вообще нет. Нет, есть. Там они только... Ну, это как, да, там есть лучники, но они в самом-самом конце. Да, еще нужно проапгрейдить вроде до третьего уровня. Угу. Мне же надо но... сразу что-то построить. Но зато у тебя будут хорошие копейщики. Довольно-таки охуенные. Копейщики. Не, серьезно, они охрененные. Ну, как я помню. По-другому. Патчу, ну ладно. Интересно, за кого этот нубас играет? Подожди, а что за карты, что тут у нас имеется эти таверны прям рядом? Переделанные. Что переделанное? Модно BFME нет, не предлагали, это было бы слишком... А, ну хотя, ну вот же модно BFME, это предложили первым. Нифига у них радиус агро. Да, да. Это, думаю, хули так сагрился на тебя один? Так, чё тут? Мечники, копейщики, скауты, которые тоже мечники, походу. Вроде эти галадры могут переключать оружие. Так галадрим в этой, в первой казарме. Нет, во второй. Второй. Вот который сейчас я вижу на своем кайне. Который ты сейчас грейдил до тут второго. Тут есть лучники Нолдор только, а не галадримы. Да, а галадримов тут нет вообще. Ну, я перепутал немного. Хз. Ну, реально здорово. Еще поставь в баранюку. Что нормально. В баранюку? Ну, копеечка пас. Танковать буду. Да черт возьми, как же медленно, убейте кого-нибудь. Смотри, пошел сейчас враж. Быстро враж пошел. Я? Да. Чем? Лукарями, что ли? Да. Они не снесут нихера. Тут мечники даже боевые здания не сносят. А ты про лучников говоришь. Лучники вообще ни в одной моде ничего не снесут. И как ты снесешь ты этого варга? Ну, логово. Это ж типа нейтральные можно сносить. А. Ну ты как будто впервые в BFME играешь. Ну как бы я играю только в Адайн. Ну в Адайне тоже лучниками можно крипов. Ну не только. Ну лучники могут даже здание снести. Нет. Лучники не могут в Эдайне здание снести. Чё ты несёшь? Могут, эльфы! Не могут! Могут! В большом количестве, конечно же. Так они всё равно медленно будут его сносить. Это ж бред. Ну, с грейдами, может, и снесут. Ну, вообще-то, я играл против тамплиера. И я ему сносил эти здания именно лучниками со звездными стрелами. И при том говно! Вот это обычное говно, которое ты сейчас используешь. Ты говоришь со звездными стрелами, это грейды. Откуда у меня сейчас грейды? Ну да. Кирдам, давай. Тот бородатый пацан, давай его. Денег нет, тут дорого все стоит. Это холод, тут ты по 26 каждый дает. Да, но тут герои по 5000 стоят. А он того стоит, прокачай его еще. 5300. Прям из-под тракториста. Да, я знал, что тебе понравится. Нет, сам со симуля. Just resting my arms. I'm ready. The enemy is near. There is much to do.
Он не хочет, чтобы ты строил самых лучших. Давайте Рдана и сразу вот. Эбаны! Арнор! Арр! А чё такое? Нихера наспамил этих катапульт. Ну, все плохо. А чё, всё лишь? И две катапульты? Все плохо. Все очень плохо. Эх, все так плохо. Так, кто тут? Вот такие вот типа хороши. Привет, Георгий. Токсин ХЗ предложит или нет? Он же в Тибет уехал, забыли что ли? Отдых. Нет, на учебу у монахов. Православный, блин. Блять. Мои энты медленно строятся, тоже мрази. А что ты хотел? Они и вода, они долго строятся. У него, видишь, какой спам уже катапульт. Читер ебаный. Линк, а почему? За Рохан тоже в Дании очень много катапульт. Он не Рохан, он Арнор. Ну и? Какая-то налдорская сила тут. Богатырская, видимо. А, уже грейды? Херли так быстро? Так потому что ты ничего не делал, ты не нападал, не крысил ему здание. Так он же тоже ничего не делал мне. Так для него это шанс выйти в грейды. Не, мне не снести эти катапульты никак. Беда. Не показалось ли, ты сказал ГГ? Нет, я не говорил ГГ. Я сказал беда, беда. Кстати, нужно тоже это установить. Это пойдет с Эдайном? Нет, конечно. Не бог тут так полегло. А, так ты Арон стал. У него ничего не изменилось. Что не изменилось? Ну, способности. По-прежнему их мало. Ну да. Я помню, как в 2.01 можно было спокойно брать крип с паучками и просто паучков убивать. Она практически 50-го. Это было божественно. Спасибо. Боже мой, как же она тупит. Почему ко мне куча варгов нейтральных прибежала? Что это за говно? Варги? Ты ёбаный колдун. Заставил нейтральных варгов ко мне прибежать, мразота. Привет, Амика, да, знаю игру Company of Heroes. Она ж скучная. Сныкаться в зданиях, фрицев убивать надо. Такая себе стратегия, не знаю, мне не понравилось. Мы
Арвен убивает. Я вижу, я что могу сделать? Подожди, а у нее урон? Да, да, да. Это правда. О, я хочу в это сыграть заново. Да. Ну, не в этот патч, конечно, опять же, больно, если нести крепость всего лишь войсками. Да, тут, к сожалению, нельзя. А, как же мне нравилось против Арнора играть. Брал гоблинов, строил обычных этих копейщиков в большом количестве. Шел и крепость носил. Ну, там на изи. На изи там. Построить этого Кирдана уже. Да нет денег. Так ничего не строй. Да, конечно, ничего не строй и проебывай в итоге. Хорошая идейка, чувак. Ну, естественно, хорошая. Эти говна не посоветую. Да, да, кто-кто, а ты говна не посоветуешь. Естественно. Проёбывает. Да нет. Блин, снова начала зарастать говном база. Черт возьми. Что ж ты будешь делать-то, а? Что это за база? С говном. Это Мирквудские сорняки. Я просто не поливал огород, не пропалывал, и оно все заросло, к сожалению. Нормально. А ты читаешь комменты? Да. Фед, тебе нравится фракции Зингард, Ванили и в модах? Да, конечно, конечно. Стоп, чувак, а ты можешь сказать, если чат багает? То есть, допустим, до этого времени этого комментария ничего никто не писал. Почему? То есть, нет, ну, долгое время, к примеру, я не видел ничего. Не, Аника тебе писал. Да, три коммента, да? А, да, точно. Ну, Георгий тебе писал. Георгий написал привет просто. Ну да. Ну вот. Кстати, у тебя есть сейчас деньги, стрикер Гану? Ты запарил. Ты же понимаешь, что это не факт, что он хорош тут. А все равно я хочу его убить. Давай, сделай мне приятное. О, я бы тебе сделал приятное. Ой, загрелись. Ой, плохо, ой, плохо. Да. Столько кавы слил об этих сраных троллей. Они за мной бегут. А, все, окей, отстали, я уж испугался. Кстати, троллей много. Да, это правда. Боже мой, моя база еще больше заросла. Охренеть, тупо нифига не видно. Кстати, не качай его героя, это самое главное. Я не успеваю за всем. Смотреть, понимаешь? Уследить, точнее. Ну, понимаешь, то, что тут имеется взрыв героя, балансира. Смекаешь? И вроде у него он неубиваемый. Амика, нет, в Эдайен я играю через Хамач. Есть же комната на 250 человек. Мы давно уже в Хамаче сидим. Охереть, он АОЕшит. Тогда? Надеюсь, это был скилл, а не обычная автоатака. Это обычный скилл? Ой, не, автоатака. Не, не может быть. Он так АОЕшит. Ну, такой АОЕ урон. Да, он стоит очень дорого.
Кстати, если ты его убьешь, то он будет как бы бессмертен пару секунд. На, вот это что ли? То, что сейчас он использовал, это был баф для... Нет, нет, тут ты же с задержкой смотришь. А, ну да, точно. Так, ну вроде все, он уже сдох. Да, все, он сдох. А ну-ка, подскажи ко мне кирдану. У меня там скиллы. Да, леса некуда. О, не, скиллы те же. Герой сдох, что ты за него пошел? Эти что, леса бесконечные? Чем она заросла? Она просто не брилась очень долго, эта база. Это как простые. Помнишь, ты мне скинул свои фотки? Да. Прям как ты не брился. Ну если смотреть, то реально очень похоже на тебя. Серьезно. Один в один я даже отрицать не стану. Что тут еще есть? Потом покажешь, это даже просто... А, не, тебя YouTube забанит за это. Забанит, к сожалению. О, хоббитсы. Будем спамить хоббитсов. Чё это? С трактирами? С трактирами нехуй. Хоббиты не имба. Не пизди мне тут. Хоббиты никогда нигде не были имбой. Нормас. Смотри, что он делает, Трибушеты вздумал тут спамить. Говнюк. А почему? Смотри, можешь сделать правило. Ты, значит, будешь без хоббитов, а он без трибушетов. Мне нравится. Так и договоримся. Нет, я бы лучше без деревьев играл. Меня это бесит. А зато так твою базу будет тяжелее найти. Ну, где здание. Нихера там их полегло. Мама родная. Не так. Мамин ёжик. Как раз на мою базу смахивает. О, кажись, ты кого-то прокачал. Я забыл, как-то Арафор вроде его зовут. Черт! У него все тут есть, все говно прокачано. Ай! Беги! Убили негра. Так что, ёбы заюзал? Смело, летим. Да я типа коплю на что-то, но не знаю на что. Не знаю, какие скиллы тут хорошие. Строй только и он. Строй все. Я строю все. Я спамлю все, точнее. Кстати, троллей почему-то не забрали. Герои жалко, не качаются нормально. Блин, лучники ауешат. О, я что-то завтыкал чат. Привет, Дима, как дела? Привет, Торин, дела неплохо. Мод называется Тхоа, The History of Ages, версия 1.3.7.2. Фэт, а почему бы тебе, надеюсь, не построить эту половину и сделать грейты? Так, молчать, женщина, ничего не понимаешь. Ну ты посмотри, сколько у тебя денег. У нас хардкор. Чё, маунтед? Нифига, я какую-то жопу открыл. Да все построю, не сцы. Все будет. Дерево борода умирает. Кстати, какого херва мне 10 уровня? Черт.
Так, тут у нас чё? Рафот. Фигово. Фигово, фигово. Я просто зря ты ему давал кайшера фору. Теперь у него будут бесконечные деньги. Будь другом, почитай комменты, которые будут после «Токсин хуёво обнимает Аликса». Окей? Хорошо. Спасибо. Не за что. Ёб твою. Кавалерия закнулась. Интересно, как там токсин проживает без троллей своих? Ну в Тибете весело. В Тибете. Короче, где-то. Ну интересно. Где-то весело, да. Мне все же интересно, чем он там занимается? Православием. Учит монахов. А ну покажи-ка мне этого пацана. Ай, блядь, как же бесит эта хрень. Нужны энты-тараны, по-любому. Это чё, лучники, что ли? Нет, а тут лучники нарисованы. Мне кажется, меня наёбывают. Кто нарисован? Где нарисован? Ну, эти элитные всадники, там нарисованы лучники у них на картинке. Так что... Ну, картинка немного иначе. Буй его знает. Вот вторые, вот те лучники. Лучники Линдона. То, что ты сейчас построил, скажи, элитка небольшая. Но у них там нарисованы на иконке лучники. Не придирайся к мелочам. Ну, блин. Обстрел. Ну ладно, хоть немножко убил. Ведь не придирайся к мелочам. Это не мелочь. Это токсин на случай мне Женя зовут. Нет, его Дарья зовут. Мы и так знаем, как его зовут, разве нет? Разве? Откуда ты знаешь, как его зовут? А ты сам сказал. Помнишь? Молчи. Я обещал, что я не буду деануть. Ты обещал, но не я. Леголас, вырви глаз. Погиб. Потому что ты хуёво контролишь. Нет, потому что я вообще не контролю. Лошара. Мне как-то впадлу. Так, а ты читаешь сейчас комменты? Что? Читаешь комменты? А, нет. Дима как-то марнор. Я не знаю, кодер на связь не выходит. Я в шоке вообще. Тебя кинули на бабло. Да я 500 рублей только заплатил, в принципе. Все же? Доширак может купить. Посмотрим. Может вернется еще. Ну, вдруг проблемы с интернетом. Мало ли, не заплатил. Возможно. Ну что, мы победяем или нет? Муля! Лимпенштольц! Так что, все мули должны сосать и проигрывать? В смысле, еще не победяем? Сейчас где-то крепость отстроил. 23 тысячи! Где звездные стрелы? 24 тысячи! 24! Мне нравится этот мод. Нихуя не делаю! Денег выше крыши просто. Так, надо... элитку, короче, штамповать пачками. А знаешь, как получить кучу денег, не построив ни одного малорта? Знаешь как? Строителей нет, ура! Я слил тогда этого строителя. Или Борна. Не, никакими... Не-не-не, зеркала, не-не-не-не-не-не-не. Нечестно, я играть не умею, никаких зеркал. Только рандомчик. Блин, снес мне тут все.
Нахуй иди со своим выбором расы. Нечестно, играем как есть. Он сейчас выберет какую-то там бобу расу и все. А я за педиков не хотел. Но у них тут заросли, как у твоей мамы. И что? Играю. Можно спросить, куда ты потратил 24 тысячи? А я во всех зданиях кучу юнитов нанял. И героев построил. Учитесь, как правильно просрать 24 тысячи. А чё просрать-то? У меня же армия будет. А вдруг сейчас все герои ваншотнут твою армию, а? Нет, я ему уже одного убил. Тут не такие имбовые герои, между прочим. Тут можно войсками сносить героев. Привет, Алекс. Стрим идет. А, у меня же написано 35 минут.